Уреди, Степан и Сергей. Ученик 10 класса Красноярской средней общеобразовательной школы. Темой моей работы является изучение благовоспитания крылых в окрестностях села Красноярская. Целью нашей работы является изучение биоразнообразия земных бабочек. Были поставлены следующие задачи. Первое. Находим методику сбора полевого материала. Второе. Находим методики фиксации и этикетирования собранного материала. Третье. Находим методики определения земных бабочек. Четвертое. Находим методику обработки собранных данных. Пятое. Научиться делать отчет по определенной работе. Мы ловим бабочек с помощью сачка и сдавливаем грудки. После чего укладываем специальные матрасики. Указываем место и время отлова. В течение 5 лет мы изучили 9 семейств дневных бабочек. Среди них есть белянки, полипы, пустоголовки, медведицы, совки, парусники, пядяницы, голубянки и сатиры. В 2015 году было поймано 100 экземпляров из 5 семейств. В 2016 году 54 экземпляра из 5 семейств. В 2017 году 107 экземпляров из 4 семейств. В 2018 году 85 экземпляров из 7 семейств. В 2019 году 160 экземпляров из 8 семейств. Изучение данного доклада привело меня к следующим выводам. Первое. Я освоил методику сбора полевого материала, методику фиксации и этикетирования собранного материала и методику обработки собранных данных. В течение 5 лет было собрано 516 экземпляров из 9 семейств. Выявлено 44 вида. Второй. Вывел распределение новобавочек по 8 растительным сообществам. Разностранный злаковый лук, обочина дороги через смешанный лес, разностранный злаковый лук на территории лагеря, остров Коту, остров Садык, местность Мамонтовая гора, ресурсный резерват, местность Рэп. Про материалы 2019 года. По количеству видов стали больше, чем остальные года. Всего было поймано 8 видов. По итогам данной работы пойман новый вид бабочки. Семейство парусник. Махаон. Четвертое. По нашим наблюдениям с 2015 по 2019 год наивысшей численности было высохшие крылы отмечался в 2019 году. Пятое. Фауна чуекрылых окрестностей села Красноярская весьма интересная и разнообразная. Однако наши исследования показали лишь поверхностный пласт всего многообразия. В дальнейшем планируем продолжить исследование головосочек крылых родного края и включить собранные данные в электронно-цифровую коллекцию. Стоя. Кстати, определение насекомых очень трудоемкая работа. Ведущие крылых определялись в лаборатории Энтомологии Института биологии. Выражаю особую благодарность Попову Анатолию Анатольевичу. Спасибо за внимание.